Серая сосулька – отличный сорт редиски, который выгодно выращивать хотя бы потому, что он созревает позднее, чем сорта красной редиски. Без сомнений, салаты из редиса – это вкусное и полезное блюдо летней кухни. И когда уже собран урожай красной редиски, есть всего лишь два варианта. Либо идти на рынок и покупать привозную, об условиях выращивания которой вам ничего не известно, либо искать альтернативу и выращивать самостоятельно другую редиску, скажем, ледяную сосульку. Помимо более позднего созревания, такая белая редиска еще и более урожайная, что не может не радовать настоящих огородников и почитателей этого корнеплода. Он вкусный, сочный, среднеострый и хрустящий. К отличным вкусовым характеристикам редиски можно отнести еще и тот факт, что она продолжительное время не дряблеет. Спустя 35-40 дней после посева корнеплоды, которые достигают 15 см в длину, можно употреблять в пищу. К слову, эта редиска с успехом выращивается как в пленочных теплицах, так и в условиях открытого грунта.